На сегодняшний день Казань возглавляет список финалистов конкурса. Студенты Казанского федерального университета не перестают поддерживать свой город и вуз в качестве символа новых банкнот. 5 октября в КСК «Уникс» прошла еще одна акция студентов «Голосуй за Казань». На входе раздавали листовки в виде 200-рублевых купюр с изображением Казанского Кремля. Также любой желающий мог сфотографироваться с большой банкнотой и выложить с хэштегом 200 Казань. Но все же главным поводом присутствия студентов в большом зале «Уникса» послужил ежегодный фестиваль «День первокурсника». Это уже второй по счету концерт. И на этот раз свои таланты продемонстрировали Институт экологии и природопользования и юридический факультет. Фестиваль проходит уже не первый год, и студенты Казанского федерального университета не перестают удивлять своими красочными номерами. Сам фестиваль необходим для того, чтобы студенты себя реализовали в тех направлениях, которые для них очень важны. Это и вокал, это и танцевальное направление, это и стемовское движение, это и театрализованные какие-то вещи. То есть все то, что сам студент уже имел, обучаясь в школе, либо в каких-то специальных клубах, либо он сегодня хочет себя попробовать в этом направлении, как мы говорим, с нулевого цикла. Университет это делает, он поддерживает студентов, он это дает. Концертные номера получились очень яркими и запоминающимися. От зажигательных танцев и вокала до нежных и душевных выступлений. И каждый пытался вжиться в свой образ и передать свои чувства зрителям. Участницы танцевального коллектива «Свободные», станцевав свой номер, поделились своими впечатлениями. Просто себя показать, всем показать, что мы можем, донести что-то, донести наши эмоции, наши чувства в этом танце. То есть мы играли так, как жили. То есть мы жили этим танцем. Весь танец, все эти минуты, мы жили в нем. Молодые юристы удивили зрителей своими творческими номерами не меньше. Большое предпочтение отдали национальному колориту. Это русские и татарские песни, также кавказские танцы. А за кулисами готовятся следующие участники, которые обещают поразить своей постановкой весь зал. У нас шикарный танец, который, наверное, зарядит вообще весь зал, весь Уникс, вот, и подарит нам море-море эмоций просто. Да, у нас очень крутой номер, который будет как раз-таки предпоследний в концерте, и мы надеемся, что мы взорвем зал в самом конце и подарим людям хорошее настроение и отличный впечатление после всего концерта. Танцевальный номер коллектива «Индекс 8» полностью оправдал ожидания. Своим танцем они буквально взорвали весь зал. Всеми знакомые образы из «Отряд самоубийц» Джокер и Харли Квинн показали небольшую историю своей безумной любви. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.